Всех приветствую на нашем канале. Сегодня к нам на разбор приехала Toyota Auris 2008 года с двигателем 1.6 на роботе. Двигатель ZRFE. Пробег у автомобиля 140 тысяч километров. Автомобиль у нас в целом в хорошем состоянии. В автомобиле имеются окрасы. По акту проверки автомобиля мы имеем такие данные. На переднем правом крыле присутствует шпаклевка в этой области. Сейчас вам кратко по кругу покажу автомобиль. Так выглядит автомобиль спереди. Бампер у нас с дефектом. Снизу оторвана губа. Присутствуют трещины на бампере. После дефектовки будет известно его состояние. Автомобиль у нас в хорошей комплектации. С текстильным салоном. Электрические стеклоподъемники. Салон у нас также в хорошем состоянии. Посмотрим, кнопка открывания багажника срабатывает, газовые упоры держат, несмотря на мороз. Багажное отделение тоже в хорошем состоянии, все чистенько, красиво. Водительская сторона. Дверь без коррозии. Заглянем с вами под капотное пространство. Шумит подшипник на натяжителе, скорее всего, после дефектовки будет известно. Посторонних звуков с двигателя нет. Запотевание в районе крышки клапанов присутствует. В целом двигатель работает ровно. Переместимся сейчас с вами в салон. Напомню, что пробег у автомобиля 140 тысяч километров. Приборная панель все отображает, все показывает, все отлично. Указатели поворота. Ближний, дальний. Стеклоочиститель также работает во всех положениях. Присутствуют регулировки зеркал, которые также работают отлично. Сейчас на улице мороз, поэтому чуть-чуть пристыли они. Стеклоподъемник. Работает также отлично. И присутствует мультируль. Мультимедиа работает у нас. Все работает. Все переключает. Мультимедиа штатная также. Работает отлично. Двухзонный климат-контроль у нас присутствует. Направление обдува. Все меняются. Температура также выставляется. Гула и посторонних звуков нету. Рычаг стояночного тормоза у нас дефект хрома, начал облазить. Рычаг держит. Подлокотник у нас в таком состоянии, подзатертый, но все ящики работают, все защелки срабатывают. В хорошем состоянии присутствуют обогревы водительского и пассажирского сидения. Я их уже включал, проверял, работают отлично. Верхний бардачок, нижний бардачок, центральный замок также срабатывает. Солнцезащитные козырьки у нас водительский с дефектом.
пассажирский в отличном состоянии. Отсечник, также защелочка работает. И подсветка работает. Сейчас с вами прокатимся на автомобиле, проверим его техническую часть, как автомобиль едет, как работает автомат, как он переключает передачи. В рулевом усилителе посторонних звуков нет. Люфт в рулевом карданчике также отсутствует. При включении передач толчки отсутствуют. Коробка чуть затягивает передачи, с опозданием переключает. Автомобиль буксует. Вот опять коробка у нас подумала, потом переключила. После дефектовки будет известно ее состояние. Посторонние звуки с подвески отсутствуют. С рулевого управления также. В рулевом карданчике стуки и люфты отсутствуют. Тормоза работают отлично. Проверим, как переключают лепестки. Коробка чуть-чуть себя как-то неадекватно ведет. На лепестках все переключается. Проверим, как автомобиль едет назад. Вот думает коробка, только переключила. Сейчас видите кадры замера компрессии.